Каждый человек способен на подвиг, даже если, по мнению окружающих, он не способен на подобное. В прошлом году, 18 декабря, загорелось здание приюта для животных Фундердекс, что находится в Атланте. Пока все остальные думали, что предпринять, бродяга по имени Кит Уокер вбежал в горящее здание и начал спасать животных. На фото изображены сам Кит Уокер и его собака по кличке Браво. Мужчина остался без жилья и бродяжничает уже 40 лет. Он умудряется зарабатывать, чтобы прокормить себя и пса, а вот подысать жилье стало для него настоящей проблемой. За столько лет Кит привык жить в таких условиях, а вот своей собаке он оплачивает ночевку в приюте Фундердекс. В тот вечер, когда загорелось здание, мужчина шел за собакой, чтобы выгулить ее. Киту Уокеру хватило смелости не только спасти свою собаку, но и остальных животных. Больше всего от огня пострадала кухня приюта. Загорелась кухня, поэтому подоспевшие пожарные тушили ее. А спасать животных они не собирались, так как в их регламенте речь идет только о людях. И вообще, работой с животными занимается отдельная служба, а получить штраф никто не хотел. Все дело в бюрократе. И пока все решали на кого перекинуть ответственность за животных, Кит Уокер занимался их спасением. Ему было очень страшно, но жалость к беззащитным животным была сильнее. Мужчине удалось спасти всех животных, которых впоследствии перевели в новое и безопасное здание. Приют собираются восстановить в ближайшее время, так как он является важным социальным проектом города, в котором реализуются специальные программы воспитания подростков, реабилитация пациентов с нестабильной психикой и перевоспитание заключенных. Теперь Китай и его собаку всегда рады видеть в приюте, который, в свою очередь, организовал сбор денег на покупку им жилья.